Прививки за и против. Югорчане выскажут свое мнение об обязательной иммунизации на круглых столах. Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» парламентарии решили организовать всеобщее обсуждение проблем отказа от вакцинации. Поводом стала не только недавняя вспышка кори в стране, но и участившиеся случаи отрицания действенности прививок. Так к обсуждению привлекут медиков, общественников, родителей и представителей религиозных общин. Организовать круглые столы поручили куратору партийного проекта «Здоровое будущее». Добавлю, что Всемирная организация здравоохранения включила отказ от прививок в список 10 самых опасных угроз человечеству. Создана рабочая группа для того, чтобы изучить ситуацию по округу, выслушать мнение родительской общественности, иных общественных организаций, в том числе профсоюзов, для того, чтобы выработать какие-то рекомендации, которые бы регулировали эту ситуацию вот у нас в регионе.